Морковь в лаке. Сорт среднепоздний, урожайный. От сходов до технической зрелости 105-120 дней. Корнеплод длиной до 25 см, едва конической формы. Массой 180-220 грамм. Поверхность гладенькая, оранжевого цвета. Мякоть яркая, хрустящая, плотная, нежная. Имеет высокие вкусовые качества. Не склонен к накоплению нитратов. Применяется для потребления в свежем виде, для переработки и для продолжительного зимнего хранения. Пригодный для механизированного собирания.